новый день. Идем в Виновку, в монастырь. Михаил хочет сдаться. Сдать жену. Хочет сдаться в монастырь. Лодку отдаст жене. Все остальное мне. Ты неправильно говоришь. Жену хочешь сдать в монастырь? Конечно. Это правильный ход. Ой, да? Завтрак попни. Так же, как и 20 лет. Справлюсь уже. Как ты будешь жить без меня? Я вижу, да, справлюсь. Да, да, справлюсь. А как ты? А ты справишься, все справятся. Нет. Короче, решили подойти к берегу, а куда подходить не знаем пока. Давай, может, к основному туда. Хотим встать сюда. Вот я иду. Там он трос, да? Большой. Да. Блять, вот сколько он? Ну, сколько он? Вот вниз, когда пошел, вот обходил вот так вот где-то. А тут нет больше? Ну, вон где мужики сидят, пойдем туда. Вот они вдоль этой херни встают, и все. Манит на эти, на металлический нет, на меня платить. Нормально будет. А тут видишь, что сплошное, камни сплошные. Вот. 5 метров. Тут мусор, блядь. Я вот думаю, справа здесь не стать. К этой штуке? Ну и похер на мусор, там мусор такой, деревяшечка тоненькая. Просто мы с нее не сойдем. Можем встать прямо к пристани и сбоку перелезть в забор. Как вариант. Давай к этому понтону встанем, там разберемся. Яна, прыгай! Прыгай! Вяжи! Лен, на! Снимай пока! Блин, мне веревку надо! Вижу, давай вон ту! Да зай, какой ты мальчик, а или девочка, какой хороший. Такой интересный, да? Ну, такой хороший мальчик. А Михаил нашел Миллер по 85 рублей в магазинчике. Ну, вот Виновский монастырь мужской. Ну, это вся Виновка. Да. Я вот не понимаю. Почему? Именно что? Камеру или что? Вот все. Вот вы понимаете, вот я недавно приезжаю там в Самару, да? Ага. Безмелок. Захожу в метро. Там все, вот молодежь сидит. Там. В телефонах? В телефонах, там гаджетах, там туда-сюда. Ну я видео снимаю. Во сколько миллионов? Вот, и раньше у нас просто как-то вообще не было это, ну, нормально. Ну да. Не, я тоже против телефонного этого насилия. С девушкой подошел, познакомился, а я вот потом иду, и тоже вот две подруги стоят, и знаешь, так, там тоже вот. Между собой. Я так подхожу и говорю, девушки, я говорю, а что? Я говорю, сейчас вот нормальное общение, все это прекратилось. А нет, почему? И опять вот. Не отрываются, да. Да. Я говорю, ну а. Рыбацкого, да. Я говорю, со мной хоть познакомьтесь. Не стали?
Не, встали, потом. Просто знаешь, это болотный Василий. Ну, есть такая. Почему все так? Сеть снимается уже и выкидывает. Нет, я понимаю, что сейчас в соцсетях легче знакомиться там и т.д. и т.п. Почему? А вино есть у вас? Вино. С вино есть жизнь. Да нет, ну, так, здорово. Камеры же не придешь. Надо вот зайти. Как ты? Жив-здоров? Да, я тебя не знаю. Я звоню. Давайте покажем. Михаил, сколько там пива-то есть? 14 штук. Снимай. Я этому и спрашиваю, чтобы было все запечатлено, потом, потом не было вопросов. Я с налоговой, вот так вот и все, 14 пива. 14 пива. И все, да. Лен, ну куда? Объявление, разыскивает милиция, посмотри. А я не пью пиво, что ты меня всучиваешь? Лен, ты что, я не пойму. У меня я камера. Гости вот. Все пишет, потом в YouTube, да. Там еще. Не, в YouTube у меня это. У меня сынку недавно выложил. Это. Просто видео. Лето! Ну так стоит вот с двумя напульсниками. Белазовская камера. Угу. Вау, вау, вау. И начинает ее, короче, это. Подкидывать. Я говорю, сынка, вот это вот натуре у тебя лето началось. А в Ютубе, в Одноклассниках, ну, у меня такой, он у меня с детства занимается свадебным экстримом. Вообще. Все, взяли. Угу. Сейчас малиночек. Вот сейчас все пропито и проебено, и все в дело произведено. Да, так я думаю, батюшка не откажет тебе. В пиве? Нет, а что, батюшка, им грех отказывать-то это. Попроси у него. Мы тебя ждали, он пошел. Пошли, вот тебе. Я тебе сейчас покажу свою работу. Пойдем. Сколько лет живете в Устаре? 7 лет? 7. А где еще? Подгорах, в Чубовке. Видать, помотал у тебя по стране-то, да? Нет, ну тогда. По стране, по Самарской области. Нигде не нужен такой специалист. Нет, пойдемте, если вот. Если у вас какие-то сомнения есть. У тебя клеймо свое есть? Да, у меня клеймо свое есть. Ну ты нам на экскурсию сейчас. Сейчас я вот бабке скажу, я тебе куплю бутылку пива, а ты нам на экскурсию проведешь. Бутылку водки тогда. Нихуя себе. Ставки растут, я. Ну-ка сними его, блядь. Сними. Чтоб на всю страну. Улыбайся. Короче, нас везут. Ой, ведут на экскурсию. Здравствуйте. Монастырь. Вы когда-нибудь видели, как стерлиц рождается? Нет, мы знаем, что это рождается. Вы сейчас просто со мной пройдете, вдохнуть девушку, потом задержится. Да. Там просто туда входа нету, я вам покажу большие чушки. Сколько она стоит? Земляник 100 рублей стакан. Че? Нет. У меня денег нет, я не брал. 100 рублей стакан. Земляника. Аню зато побалуем. А чё к вам этот мужик пристал? А он нас сейчас на монастырь поведет, экскурсию показывает. Да ладно. Как стерлиц нуждается. Пойдешь? Ой, блин. Местный даже ваш. Даже стерлиц вам покажут. Ой, блин. Придумывает, да? А что, всех тут? Сколько денег тебе дерет? Нисколько, бутылка пива. А, ну, я же говорю, ну, все равно не даром. Ну, да.
Он уже выпил это пиво, секунд за 20. Ой, блин. А что он тут делает? Кем работает? Ну, что они делают? Понятно. Вот еще один. И вот этот? Ну, вот один и есть. И этот рыбка? Да. Так, это Аня, да? Ну, спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо, до свидания. Идет к нам главный ихтиандр. Главный ихтиандр нашего этого... Да видели что раз? Где? Короче, монастырь такой прям чисто мужской. Да. Такое ощущение есть. Пойдемте. Михаил. Пошли. Пойдем. Да, может, пойдем, а то как будто бы я один там. Не, ну я один тоже не пойду. Не пойдут. Ладно, счастливо. Не пошли смотреть на стерлись. Ну и зря. Ну что, господа тюлени? Кальянных. Господа тюлени? Да. Кальянчиком балуетесь. Она же вот непроницаемая, ты сплавай, оттуда сними вообще. Я и хочу. Кровь моя? Да. Ровно посередине катер кальян смотрит. Наверное, гейн из пальца все течет. Не, моя. Я сейчас распорол. Нет, фу, Вадим. Вообще кошмар. С барабанным пластином. Не, я сейчас утру. Вадим, а? А об эту, на катер когда запрыгнул. Сейчас я помою. Да не надо, там вон тряпки есть. Нет, подожди. Держите кальян. Сейчас будет прыжок в воду. Ну да, тут не красиво не прыгнешь, блин. Сука. Давай поменьше брызг. Вот так вот они, значит, развлекаются. С кальяном, блин. Ну как, Алексей? Кальянчик. Очередь большая. Пойдем на экскурсию туда с камерой. Кстати, охладился этот шланг сам. Не, прикольная система. Угу. Можно, кстати, его просунуть вот туда и так вот высунуть. Стационарный шланг. Да. Об этот. За что якорь цеплять, наверное, об него. Да там что-то хрен залезешь стало. Для чего? За полтора. Проще вообще продать приору, купить десятку и не жрать слепней. Лёха, за десятку съешь? Нет, я тебе говорю, даже за полтос не стал бы есть. Был бы полтос, я бы сейчас Гена накормил его за радость. А есть причем. Ну ты сказал, что ты за полтос съешь. За десятку съешь, Ген? Маловато. Блять, за десятку я съем. Ешь. А я за полтос. Давай десятку я съем. Можете скинуться мне, пофигу. Ну а что, по 2 рубля с нос. Дай покурить водить. Сейчас Ген будет. Че, кто будет есть этого? Шашлык. Ну пока еще живой, нормально, свежий. Михаил, что, за 10 съешь? Полтинник, и Гена сейчас будет. Отпусти, сади просто на руку. Пожалуйста, Леха. Он же удерживает. Не, мы сейчас определяем, съешь ты за десятку или нет. Что платить будет, мы определим. Будешь ездить за десятку?
проглотить. Ну, блядь, разжевать и проглотить. Конечно. Хотя, в принципе. Лёш, отпусти. Я, знаешь, сейчас сдохну сейчас. Отпусти человека. Не, если вы мне пятак дадите, я, может, съем. Ну, если сейчас пойдет разговор, я... Слово может быть здесь не уместно. Не, если съем пятак даете. Сначала пятак, а я не буду так. А у меня нет его. Он съест. Какой смысл? Я знаю, что он съест. А если не съем, я отдам. А 20 лет ты съешь? Давай, запятак, будем есть. Он улететь не может. Умывается. Слабо запрос так съесть. Да, на самом деле, могу съесть, но просто так неохота. Ну, типа там на слабо, я не знаю. А он все равно умрет. Почему? А ему крылья опалили. Кто его опалил? Ну, кто? Вот он. Гена. Сейчас он умоется. Как ему крылья опалил? А, вот она опалила. Понятно. Короче, никто не хочет за 5000 есть слепо. Даже не моргнет, вроде. Показывают, как срут у них домашние животные. Могли навалить, как на что? У вас тоже были такие каменные лица. Ну, обохренели. У нас янки так наваливают иногда, что я думаю, где он там вмещается. Вот. Все это. Но не всегда. Я моя смотрю, прям, ой, прям покака, ой, голыши, ой, кальчик, ой, ой, черненько. Да, я тоже так. Савель я прям садится, так Савель такой садится, так сосредотачивается, так вот так прям кряхтит, слышно. Я говорю, давай, давай, дружочек. Вот так вот он прям перед этим. И потом слезы все, влажные глаза. Бедненький. Подходит прям потом, у него тут просто все мокрое. Мокрое под глаза. Смотрит, мяу, я насрал. И побежал такой счастливый, бегает по квартире такой за одну комнату. Он старался. Да, сразу идешь, убираешь, потому что у него очень воняет говно. Именно у него. Степана нет, так не воняет. Вот реально, Степан так не воняет. А почему так? То, что он закапывает. А Савелий не закапывает. Степан тщательно маскирует то, что он там делает. А Савелий просто зашел, тут же выпрыгнул, даже не закапывал ничего. Тоже закапывает стены. Обоев нету в туалете, обоев просто нету. Все, закапал. Нет, в дом перейдет, в подвале будет жить. Ну, нафиг, пусть вообще на улице. Пусть бетон копает. Как у телефонки, ну, ниже кот. Что за разговор такой на улице? Нет, на улице. Не, ну, приходит там, что, ну, как родительская кошка. Елена такая, бантом. Не хватит этого. Да не сможет, ты что? Нет. Еще кошки. Она ночь без них не проживет. Что? Не, ну, конечно, первую ночь, когда я спала, я за собаку переживала, вставала, смотрела в окно. Конечно, реально, она всю ночь вставала и смотрела. Но за кота я явно не буду переживать. Ну, правильно, что вот за кота переживать? Родился и вырос в квартире. А у Телепоткина? Телепоткина? Фамилия такая. Телепузики какие-нибудь. Такая фамилия. Откуда такая фамилия? Вот мы показывали, девочка маленькая, из бантика, с пальмочкой. Ну, я уже поняла. Вильяна Телепоткина. А откуда просто производные вот имеем фамилию? Сын у них вообще прям чистокровный русский, его зовут Данила Руслановна Телепоткин. Вообще его прям русский есть вообще. Вообще не Телепоткин. 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 А, так еще? А я думал Телепоткин. Телепоткин. Ну-ка давай. Да, по-моему, нормально. Нормально, Лен, больше не будет. Вино такое. Я сидел под диваном. Неделю так не выходил. А потом я не знаю. Гена все мечтает. Нет, подождите, если сейчас кто-то будет шампанское пить, то откроем. Если нет, тогда попозже. Кто будет шампанское пить? Я буду потом, да. А я, мне кажется, все будут, короче, шампанское пить. И у них кот начал ходить. Ань, ты где моя... Конечно, я правда не знаю. Я ложку? Когда делаю кальян. Аня, когда вы с Мишей решили сделать кальян, ты взяла мои приспособы и потеряла ложку. И вот здесь стояла. Ложку я не брала. Ложка и ножницы. Потому что я ей не пользуюсь.
Ну, блин, куда она делась? Ты эту штуку же взяла. Эту же штуку взяла. Ем, давай только без хлопков. Лен просто привычно хотела, наверное, крикнуть, да? Лен, вино. Лен вообще так кричит вечно. Лен, что-то не так сразу. В опись. Кто будет? Когда сухостой, например, да? Кричит сразу. Коряжный, коряжный. Такой сухостой. Сухостой, налетай! Когда он заходит, Лен, коряжник. Аня, выбрось этот мусор вон. Терецкого, то вино там. Ну, тут я понимаю, баба забухала, так забухала. Правильно, когда меня чуть не разорвали пополам, я заново родилась. Да, кстати, я потом видела, как ты такая злая пошла туда, в сторону туалета. Плакать. Вот так вот. А ты смеялась или плакала? Когда... Ай, блин! Гена сгорел, спина. Молчу, все. Блин, спасибо. Ты, Лен, плакала или смеялась? А, плакала. Ну, не смеялась. Нет. Растянули. Миш, тяни катер. Катер, тяни. Катер. Что, блядь, сделать? Катер, а? Тяни, блядь. Я что делал, как я за вам поплыл. Растянули зато. Ноги растянули зато, да? Давайте, если от катера отходим, убедимся, что на расстоянии от игони его никого нет. Уже через второй раз. Ну вот, почти получился кадр. Начали играть в крокодила. Что, все смотрят? А, Миша. Короче, пока. Почему не играет? Играет все. Может, кава будет? Он не играет, он играет. Играет он. Мама с папой велят идти в баню. Лёш, может, он туда сядет? А что там? А то просто ты как-то неудобно тебя наблюдать. Да, не нормально. Они не справляются. Или стульчик туда садись, чтобы правоценно было поглазать. Да мне, я просто ближе к дому. А ты, Ань, туда в середину вставай, чтобы всех видно было. Так Лен не будет видеть. Все будут видеть. Да, у тебя ноги. Под руку. Катер. Кто-то плывет в катер. Вы будете предполагать свои варианты ни одному? Проток. Показывай, загоняйся, загоняйся. Ну что, я все показала уже, что я могла показать. Я вообще не могу связать ноги. Начало слова пытаюсь по-другому изобразить. Начало слова? Ух ты! Да. Пиздец. Бухта. Бухта. Я просто не знаю, как изобразить. Где? Загадывай. Ань, ну, ой, Лен, это... а дай, пожалуйста, мне палку на моем холодильнике лежит, там камера. А я, кстати, не придумала еще слово. Это не наше слово. У нас это называется лодочное. Ой, ты спрашиваешь, придирайся. Ну, я не придираюсь, просто вот бухта. Это реально надо прям вот навести. Нет, на... Набухать, например. Навести надо, набухать. Ну да. На слово.